Вот уже второй год Ульяновск встречает японскую весну. Город стал местом проведения грандиозного события – международного форума «Японская весна на Волге». Целую неделю ульяновцы и гости города могут знакомиться с культурой и традициями страны восходящего солнца. Культурный обмен предполагает активное участие обеих сторон. Поэтому и гостям с японских островов показывали культурные особенности принимающей стороны. Знакомство с традициями началось уже в аэропорту Ульяновск-Восточный. Иностранную делегацию, которую возглавил государственный министр Японии Масадзи Мацуяма, встречали хлебом и солью. Этот год является особым годом. Он объявлен президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абе годом Японии в России и годом России в Японии, соответственно. Принимая участие в форуме «Японская весна на Волге», я хочу оказать содействие тому, чтобы наши отношения в экономике и культуре продолжали развиваться. Деловая программа началась с общения межпарламентских делегаций России и Японии. На заседании губернатор Сергей Морозов выступил с рядом предложений. Глава Ульяновской области стал одним из 20 руководителей регионов, вошедших в обновленный Совет губернаторов России и Японии. Сергей Морозов предложил провести одно из заседаний этого органа в Ульяновске. Инициативу ульяновского губернатора обещали обязательно обсудить на заседании консультационного совета. Также губернатор предложил создать совет японских и российских муниципалитетов. В настоящее время Ульяновской области префектура Фукуока активно находит точки соприкосновения. Экономическое сотрудничество региона и страны восходящего солнца не нуждается в особом представлении. Оно продолжает углубляться. Накануне открытия форума было подписано соглашение между японской компанией Судзу и УАЗом о строительстве нового автомобильного завода. Инвестиции в начальную фазу строительства этого завода составят более 6 миллиардов рублей. Выпуск автомобилей будет более 50 наименований. Как отметил Сергей Морозов, в ближайшее время производство почти 80% частей японского автомобиля будет локализовано в России. Подписанное соглашение стало еще одним шагом на пути укрепления экономического сотрудничества двух стран. В том, что одно из первых мероприятий, или может быть первое мероприятие перекрестного года, японская весна на Волге, происходит здесь, в Ульяновске, для меня является очевидным и исчерпывающим подтверждением того, что Ульяновская область, руководство, лично Сергей Иванович Морозов абсолютно четко определили этот приоритет и системно, заблаговременно, основательно подошли к тому, чтобы выстроить сотрудничество с Японией по самым различным направлениям, оно, что называется, всерьез и надолго. Налаживанию культурного диалога явно поможет открывшийся в стенах областной научной библиотеки Центр японской культуры. На церемонии открытия гостей встречали каратисты и самураи. Представители японской страны могли убедиться, что их обычаи и традиции вызывают большой интерес у ульяновцев. Сотрудники Дворца книги напомнили, что дружественные отношения между Японией и Симбирском Ульяновском продолжаются не один год. Японскому министру предложили почитать отрывки из путевых очерков Гончарова «Фрегат Паллада». В них описывается посещение нашим земляком японских островов. Господин Муцуяма с радостью ответил на предложение согласия. Второй международный форум «Японская весна на Волге» будет проходить в Ульяновске до 3 июня. Впереди жителей ждет много интересных событий. Ульяновцы смогут познакомиться с японским кинематографом и боевыми искусствами, посмотреть на театр теней и научиться делать икебаны. Не менее насыщенной будет деловая программа. Ответные мероприятия пройдут в префектуре Фукуока чуть позже, где состоится год Ульяновской области. Егор Титов, Даниил Сурков, новости дня, Ульяновская правда.